Дзержинцы простились с тремя из пяти погибших рабочих во время взрыва на заводе имени Свердлова. В местном дворце культуры на панихиду пришли родственники и коллеги, всего около 1000 человек. Прощальные слова звучали в адрес Захара Сафронова и Дениса Андреева. Обоим парням было по 23 года. Простились и с Еленой Малковой, у нее остались двое сыновей. Также среди погибших две женщины, они тоже воспитывали детей. Я как генеральный директор несу ответственность за произошедшее. Прошу прощения у родственников погибших и всего трудового коллектива за то, что не сумел сберечь наших товарищей и обеспечить должный контроль безопасности. Это были действительно достойные люди, несмотря на их молодость, их любили и уважали в коллективе. И ушли они из жизни на рабочем месте, выполняя свой гражданский долг. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.